Всем привет, с вами снова Ярослав Бруяр, и это Shadow Fight 3. Я играю против Эквилибристерки. Какой-то она с сюрикенами. Она читает. Стоит на шпагате всякие, но я не понимаю смысл игры Shadow Fight 3. Потому что здесь как бы люди, если... Вот сейчас пропишешь по башке топором, и она будет жить. Вот сейчас у меня три раза... С меча по башке прописали, мне норм. И шопу разрезали. Вот опять своим мечом херачит. Видите? Захерачивает меня мечом. Даже с брони, видишь, валит. Вот. И вот. Понимаете, какая она читерская? У меня есть сюрикены. Спасите, монстр семья. Она уже черная. Почернела и эквилибристка. Хреново. Понимаете, вот просто этот стал чуть-чуть черный. Напрыги. Бросаешь. Сын. Четы. Просто по горбу прописывает, у меня оружие выпадает. Это читы просто. Извините. Так, какие? Нелегко. Нелегко. Бой с кем-то. Сейчас хотя бы будет победа. Просто твой близкий слишком читерство. Это я против себя же. Только в более крутой куртке. А нет, у него оружие. У него все более круто. Он не выбил оружие. Ого, неплохо в хедж. Ты кто не бежишь, ты как бы... Тортик готов. Ура, тортик готов. Дверь открой, встречу. Ой, там жара, да? Открой, там открой. А, выбил оружие. У меня убил оружие, ничего либо. Я не могу скинуться и порвал его найти. Один раунд или два? Раунд два. Йоу, просто такие же оружия, у меня только более масштабные. Просто вот мечами по башке прописываю, и он остается жив. Так вот, за то, что я получил в конце этого боя. Энергия. Теневая энергия. Бонусную карту можно посмотреть видео. Ну, мне это не надо. Если что, видео сейчас промотаем. Это был конец. А я просто пропустил это видео. Вот, дали за видео 20 теневой энергии. Сейчас я пытаюсь купить броню. О, месяц противник. Yes, я против какого-то чувака. У меня темной энергии больше, у него всего больше, кроме куков. Может, он сильный соперник. Но у него меч. Меч — это мощное оружие. Кому нравится в реальной жизни меч, ставь лайк. Что-то чел меня просто рвет на изи. Начнем отомстить по чуть-чуть. Вот, видели, в голову просто с топора прописал, ему норм. С таким даже шлемом. По ноге он больше ему боли доставляет, по-моему, чем по голове. И сейчас будет так, как будто я обосрался. Становлюсь черным нигером. Раз, два, три. Йоу. Фу. Ты видите, просто читерит.
Черная жопа этот. Просто по корпусу им больше вредит, чем по башке. Корпус, видите, какая тонкая броня, в башке толстая. Ну, это победа. Я сыграю еще два боя. Так. 220. Новый дан. Плюс 15 монет. О, редкий сундук. Открываем сундучок с вами. Всего лишь 100 монет. Жалко. Позже. Окей, новый сезон дуэли, вот тут сундуки, вот мой чел, я сейчас постараюсь в магазин поискать что-то новое, я не знаю цену, сразу скажу, может я зашел в магазин прям, так что вот за 100 баксов можно редкий легион купить, да бабла нету, так остался, мечи бесплатно, видели? Все мечи бесплатные, видел. Так, где тут мои мечи? Здесь, блин. Мечи бесплатно. Улучшаем карту. Парни мечи. Сейчас посмотрю, у меня наличие более крутого оружия. Вот, экипировка. Тут все броня. Вот это вот лучше, чем вот эти шлема всякие. Закрытые шлема, классические, укрепленные шлема лучше. Так, броня. Броня тоже самая лучшая. Вот остальные все плохие. Топорики. Топорики. Есть что-то получше. Вот есть топор, нужно добраться до третьего уровня. Получу меч. Сейчас постараюсь выиграть. Мы играем второй этот меч на много-много-много урон. Первый раунд, быстрое нападение. Ого, крутое оружие. Мне нравится. У меня силкен. Так, это пока лучше. Вот, даже без брони полностью. По башке видели, прописал? Фу. Очернение. Нет. Ну, жесткие, когда на прогиб кидают. Особенно девчонку. Случайно. Оно лучше у меня дерется. А, тут пули еще копятся. Я не знал. Нужно копить дротики. Вот это вот все такое. Я ее пока бью, пока у нее теневая энергия, чтобы она не наносила слишком много урона. Ой, блин, ненавижу, когда она прикидывает. Как тебе такое? На. Фу.
Господи, сын погиб. Фудун по башке, по ноге, по ногу. Фу, сын. Теневая энергия, ты просто так. Так, по башке, вот так вот, вроде как. Пух. Сейчас придем. Ее напоследок нужно выиграть. Ай, ну прикинь. Ну видишь, когда меня бросают. Фух, наконец. Выиграл. Видите, у меня силовые пули на руках остаются. Либо улучшение, либо то, чтобы не давало, чтобы она стала. Еще один раз выиграть. У меня всегда почти быстрое накопление поля. Теневая энергия, быстрое накопление. Блин, так с коленки по башке получить. Я как больше и больше ударов наносить. По пяточке. Сын. По башке видели? Топор просто в башку сошел. 15 комбо топориками. Ладно, она там ногам сражается. Теневой прыгает. Иду. Ударь. Быстрее бей. Блин, вышается с ноги два раза. Заехала, больно. Ну ладно, все. Она победила, и получается, я победил с счетом 3. Все, конечно.